К сожалению, ничего хорошего в ближайшее время на территории Украины я не ожидаю. Скорее всего, вот тот мрак, который сейчас там, он еще долго там продлится. Какой выход из ситуации? Ну, наверное, никто не знает. Мне кажется, опять же кажется, что пока Украина не найдет своего Путина, ничего там в лучшую сторону происходить не будет. То, что происходит там, мне напоминает начало 20 века, когда красные пришли грабят, белые пришли грабят, зеленые, каких там только нету сейчас. Вышла из-под контроля ситуация. Кто это спасет, не знаю. Там сейчас, в украинской элите, я такого человека, к сожалению, не вижу. Им нужен свой Путин, который будет с яйцами, жесткий, наведет там порядок, а потом будут разбираться, кто прав, кто виноват. Но сейчас необходим порядок. Шансов в ближайшее время навести его я не вижу.